Судебные приставы с 1 июля 2020 года будут принимать граждан. Записаться можно на официальном интернет-сайте управления, который вы видите на экране. Во вкладке «Сервисы» нужно нажать «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России». Такой способ позволит магаданцам направить заявку на прием к начальнику структурных подразделений. Сервис удобен для граждан и позволяет им сэкономить свое время. Граждане имеют возможность направить заявку на личный прием к начальникам отделений, старшим судебным приставам и судебным приставам-исполнителям. Предварительная запись в сервисе осуществляется на период не менее 3 и не более 30 дней со дня следующего за текущим и производится на имеющиеся свободные периоды времени. Гражданин должен правильно указать свою контактную информацию, тщательно ее проверить и корректно сформулировать тему обращения, рассказывают приставы. Время приема бронируется только при всех заполненных полях. Право на прием нельзя передать другому лицу. Если человек не придет на прием или опоздает более чем на 5 минут, ему предложат сдать документы и заявления в канцелярию подразделения. Сам прием будет длиться 20 минут на человека при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.